Я не стану. Гранату держи, сука, руку на стол. Здравствуйте, с вами Гоша Песков, мы находимся в нашей студии «Грация Керамика», и сегодня говорим о технике безопасности при проведении строительных работ. Но вернее, мы говорим о лайфхаках для техники безопасности. Я расскажу и покажу вам, как обычные средства индивидуальной защиты превращаются в невероятно мощные и крутые вещи. И начнем мы со средств индивидуальной защиты рук, перчатки с пальчиками. И поможет нам в этом плиточник года Алексей Адрианов, Ремаспро. Встречаем. Привет. Рад тебя видеть. Значит, давай, Андрюх, расскажи в двух словах, кто ты, чем занимаешься. Ну, вообще-то я Леха. Точно, ты Леха. Просто понимаешь, Лех, очень много строительных развелось. Значит, просто Ремаспро. Добро. Гоша Песков и Ремаспро. Все про строительные перчатки с пальчиками. Инструмент принес? Да. Все свое ношу с собой. Давай сюда. Итак, по твоему мнению, для чего нужны перчатки плиточнику? Перчатки плиточнику нужны именно для того, что если вы вдруг начинаете отрезать себе палец, если вы работаете в перчатках, вы этот палец успеете вытащить. Другими словами, если что-то идет не так, то перчатка сигнализирует: убирай палец. Твою мать, да. Итак, плитка у нас грация керамика. Такая малоформатная. Лех, что можно сказать? Плиткорез ее берет, словом, да? Конечно. Плиткорез берет. Итак, друзья мои, что происходит тогда, когда мы работаем без перчаток или у нас перчатки с торчащим пальчиком? Покажи, пожалуйста, как именно происходит прорез плитки плиткорезом. Прорез происходит очень просто. Упираем плитку в упор, определяем нужный размер, подводим резец. Стоп! Вот здесь и происходит главная ошибка каждого плиточника. Собственно, вот говоря, что происходит с пальцем, когда он в перчаточке без пальца. Что произошло? Грязный, попала зараза, палец можно выкинуть. Ладно, расслабься, что ты. Это был учебно-тренировочный палец. Все у меня с пальцами нормально. Итак, продолжаем. Сейчас показываем, что происходит, когда все-таки пальчик спрятан в пальчик перчатки. Итак, вот смотри, да? Опять мы делаем пропил. Что-то у тебя какой-то, Лех, неправильный рез. Ну-ка, дай перчатку, подожди. Даже если мы вдруг и... Оп. А! Что происходит с пальцем, который остался в перчаточке? Внимание! Он чистый, инфекция не попала, и можно смело идти к врачу. Да? О! Все. Туда. А, Лех, палец-то мой, подожди. Об очках, о защите глаз. Говорим с Александром Смирновым, человек в кепке, многие его так знают. Сашка, давай, быстренько, для чего нужны очки? Очки нужны для защиты глаз от всяких осколков, пыли, грязи. Очень важная вещь. Ну, что всякое дерьмо, да. Ошметки не летели в глаза, чтобы мы видели, были зрячими, верно? Пока ты одеваешь, давай, одевай. Проблема запотевания очков. И сейчас мы ее решим. Значит, есть специальное средство. Что это такое? Что за средство? Верно, ты сейчас напомнил, у нас контент совершенно безрекламный, поэтому мы производители этого средства залепливаем. Значит, опрыскивающими движениями наносите средство прямо на стекла. Так, перерыв! Спасибо, Саня, что зашел. Пожалуйста. Давай. А мы продолжаем. Друзья, продолжаем говорить о технике безопасности. Поговорим о таких вещах, как наши связки и мышцы. И поможет нам в этом Алексей Артюхин. Встречаем. Лешка идет. Привет, Леха. Здорово. Давай, в двух словах расскажи о себе, кто ты, чем занимаешься. Давай. Я работаю в компании «Основит» грузчиком 80-го уровня. А также я тренируюсь, ем и веду канал «Спорт в истории человечества». Лёх, ну у нас канал абсолютно без рекламы, ты понимаешь? Так, ссылочка 5000 будет. Окей, добро. Все, давай, поехали. Да, у Алексея действительно свой канал «Спорт в истории человечества», ссылочка в описании. Продолжим. Лёх, давай, все-таки техника безопасности в работе грузчика. Моими основными инструментами являются мышцы и связки. Что за самолюбование, Алексей? Все. Понял. Давай конкретно по строительной тематике. Я работаю грузчиком, таскаю различные тяжелые вещи. 6 мешков цемента мне поднять не проблема. Но по ГОСТу я должен поднимать 7-8. И вот когда я поднимаю 7-8 мешков цемента, мои колени начинают трястись.
Понятно все. У Алексея проблема трусения ног. Сейчас будем исправлять. Прокачаем его, Лешечки. Не всегда мы, строители, косячим сами. Иногда нам прилетает от бригадиров, заказчиков и других плохих людей. И в студии у нас как раз такой человек. Александр Ремезов пострадал от правила. Прораб влепил ему прямо по спине и задел немножечко по голове. О, Саня, почему у тебя прилетело по спине и по голове правилом? Плитку, короче. Он забыл одеть очки при работе с резкой плитки. Бригадир увидел, наказал его правилом. Сам понимаешь, да, что помогает от удара по голове касочка. Давай. Ручку-то давай. Ну. И чтобы избежать сильной травмы при попадании правила по спине. Извини, Саня, сейчас исправим. Примерно 30 на 36. И для этого нам понадобится фанера, шуруповерт, 4 самореза на 70 и скотч для предварительной фиксации. Буквально 3-5 минут и все будет супер гуд. Очочки одеваем. Друзья, следующую тему по технике безопасности разберем с Антохой Шустрым, работает в стройтехе крановщиком. Антох, привет, расскажи, пожалуйста, как ты нарушаешь технику безопасности? Вот, на камеру, пожалуйста. Повторите вопрос еще раз, пожалуйста. Как ты нарушаешь... Как ты нарушаешь технику безопасности? Технику безопасности? Да. Я работаю на кране. Друзья, как вы поняли, человек засыпает. Больше 12 часов работает, начинает засыпать. Сейчас мы поможем ему с помощью лайфхака решить эту проблему. Итак, режим «Спящая красавица» включен. Берем протеин, перемешиваем и просверливаем отверстие 12 миллиметров. Итак, лайфхак. Техника безопасности при работе с правилом от бригадира. Предварительно фиксируем. Саня, ничего личного. Произошла предварительная фиксация. Держи. Для этого лайфхака нам потребуется воронка, вода, энергетик, сливки, кофе, скотч. Фиксируем с помощью специального скотча. Бери, держи. Открываем кофе. Сливки. Это был... энергетик и водичка. Подключаем капельницу. Протеин будет проникать не то что в молекулы, а в бактерии молекул. Равномерно в каждую ногу по 2,5 литра. Берете шурупы примерно на 70, чтобы они цеплялись за ребра. Ты что, и будешь срывать эксперимент, что ли? Лайфхак мне портить? Совсем распустился. Так, давай мотивашку тебе. Ручку сделай сюда. Ручку. Все, держи. Зажал, да? Все, держи. За ребро цепляется, слышь? Все, дальше нельзя, а то легкое зацепим. В копчик туговато входит. Гранату держи, сука, руку на стол. Теперь проверяем лайфхак в действии. Так, значит, как говоришь... перетягивал вдоль, да? Так, значит. Так, все, сейчас начнется, ребята. Будет херачить. 4, кран вон там, вперед, поехали. Продолжаем. Работает? Отлично. Сколько, говоришь, 7 раз бил, давай. Гуд! Ну работает тема вообще отлично. Я теперь 12 мешков возьму. А это что? А это был лайфхак, как избежать суровых последствий от удара правилом по спине. Ты что, донесешь его до этого? Там скорая подъехала. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и делитесь. Все, всем лайкосики, пока.